Каша, суп и запеканка. В детском садике номер 346 глава Московского района и представители родительского контроля провели очередную проверку организации питания. Перед завтраком участники инспекции тщательно проверили складские помещения и пищевой блок. Установлено, что условия хранения соответствуют нормам. Сроки годности продуктов выдержаны. Меню соблюдается согласно утвержденному плану. В помещениях чистота и порядок. В образовательных и дошкольных учреждениях такие проверки происходят систематически.